Когда человек решает украсть, взять то, что ему не принадлежит, он предает все общество и обрекает себя на смерть. Хусто, я дома. Этому нет конца, сеньора. О, дорогой, на кого ты похож? Отдохни. Герардо жив. Надо всем сообщить. Член ультраправой группировки. Его давно считали мертвым. Какое отношение это имеет к нам? Сразу после твоего звонка я решил отправить его на психиатрическое обследование. Ты ведь этого хочешь? Ничего конкретного я не хочу. Скажи, что тебе сделал этот человек? Что бы вы хотели изменить в своем теле, если бы могли? Все. Все? Я бы хотела родиться мужчиной. Мужчиной? С лицом плута. Как у него. Бокс или карате? Я служил в ВВС. Тебя подвести? Мы против традиционных политиков. Предлагаю тост. За будущее нашей страны. Ура! Вам нравится помогать людям? Это моя главная цель. Кто припомнит тебе маленький грех, совершенный столько лет назад? Перестань. Прямо сейчас люди на войне умирают. А я здесь, в этой проклятой стране. И нам пришлось придумать свою войну. Чтобы погибнуть молодыми. Не хочу превратиться в старуху. Я хочу всю свою короткую жизнь отдать любви. Я уже решила. Умоляю, вытащи меня отсюда. Сделаем интервью. Ты изложишь свою версию событий. Герардо явится и заберет тебя навсегда. Об этом ты мечтаешь. В будущем они видят себя героями. Ты где? Так же, как мы считали себя борцами за независимость. Кто-то должен умереть. В паутине лжи. Скольких людей вы убили? Смотрите в кино.